Дорогие друзья, приветствую вас. У нас идет второй день сильной распродажи. Она началась 9 июня, а закончится 15 июня в 22 часа по московскому времени. А эта распродажа меня порадовала. Здесь великолепное предложение. Купи из этой распродажи на 399 рублей и получи возможность приобрести компактную минеральную пудру Giordani Gold, прозрачный, всего за 399 рублей. Скидка составляет 65%. Это очень привлекательное предложение, тем более, что лично у меня пудры закончились. Так, давайте посмотрим, что же можно купить здесь на 399 рублей. Так, мыло базилик и персик не очень дешево, 79 рублей. Для консультантов это составит 63 рубля. Но, однако же, у этого мыла очень приятный аромат. Так, блеск для губ Power Shine. Энергоблеск, розовый бриллиант я лично никогда не пробовала, не имею понятия. Но блески вроде бы сейчас не особо актуальны. Да, мы предпочитаем помаду, мы соскучились по помаде плотного цвета, желательно матовой. Так, подарочные пакеты по 49 рублей, тоже не особенно дешево, я бы сказала. Блестки для дизайна ногтей 129 рублей, хотя 54% скидки, но 129, не знаю, тем более 1 балл, нет, это дорого. Так, прессованное полотенце обезьянка 139 рублей, тоже дороговато. В середине года дарить символ года не особо актуально. Подтягивающий дневной крем «Королевский бархат». Очень многие любят эту серию «Королевский бархат», но лично мне, человеку с очень жирной кожей, она не подходит. Антивозрастное универсальное очищающее средство «Власть над временем» за 399 рублей. Да, это неплохое предложение. Я лично пользуюсь этим средством. Предупрежу, что оно очень жирное, и полностью этот жирный компонент с лица не смывается, он остается на лице в качестве увлажняющего агента. И меня это вполне устраивает, потому что после него не обязательно использовать крем ночной или дневной. Ну, дневной, конечно, спорный вопрос. Ну, если вы используете BB-крем, то да, можно не использовать крема больше. Вот. Ну, это вы решаете сами. Это средство многофункциональное в том плане, что у него формула все в одно. То есть он и тонизирует, и питает, и увлажняет, и очищает. Это средство умывалка, не молочко. Так, регенерирующий крем тройного действия для кожи вокруг глаз «Власть над временем Intense». Это крем для век из серии для кожи женщин в возрасте менопаузы. У всех менопауза наступает по-разному. Испытывалось средство на женщинах, как пишется, возраста 55+. Но менопауза может наступить и раньше. То есть, когда у вас начинается резкое увядание, к сожалению, я на себе проверила, на себе убедилась в том, что это действительно происходит довольно резко. А вот для этого времени вот этот крем. Ну, как он действует? У него очень легкая формула, в нем нет, он прекрасно впитывается, в нем нет того, что можно ожидать от возрастных кремов, как это я называю, силиконистого эффекта. То есть это не та механическая пленка, которая будет натягивать, стягивать, подтягивать, как хотите, вашу кожу.
Это вот такой легко впитывающаяся текстура, довольно жидкая. Ну вот, что она делает, я не знаю, но мне кажется, да, в общем, немного дряблость, она сглаживает все-таки. Так, крем для лица «Чайное дерево» я лично никогда не использовала, это для проблемной кожи, вот здесь так и написано, для жирной кожи. Так, 199 рублей, не так уж и дешево. Как и 699 для крема «Власть над временем Intense», это тоже, в общем, не особенно дешево. Так, можете проходить мимо, дожидаться более сильной скидки. Специальное смягчающее средство с медом, любопытно попробовать, 119 рублей. Ну, кому как, лично мне эти средства как-то, я к ним равнодушна, на меня они никак абсолютно не действуют, вот поэтому я прохожу мимо. Хотя с медом у меня нет, не было еще, я не пробовала. Очень мне нравятся кремы, чисто визуально мне они не подходят. Это кремы для, так здесь написано, sensitive, для чувствительной кожи. А, в общем, крем для лица и очищающее молочко «Ромашка». Он всегда выглядит таким беленьким, мне кажется, это так приятно, вот у кого чувствительная и сухая кожа. Бюджетный крем, очень симпатичный. Не знаю, какой у него аромат, мне всегда хочется попробовать. А вот это предложение, мне кажется, привлекательным, хотя 42% скидки не самое глубокое, бывает глубже. Но, правда, на рассыпчатую пудру очень редко. Вот, поэтому стоит воспользоваться этим предложением. Рассыпчатая пудра The One, вот этого поколения пудру я еще не пробовала. Рассыпчатую пудру я пробовала очень давно, она была моим must-have очень-очень долго. И я почему-то уверена, что, в общем, эта пудра не изменилась с обновления. После обновления она не стала хуже, во всяком случае. Вот, поэтому вот это то, что стоит взять. Возьмите две пудры, одна вот будет вот эта рассыпчатая, а другая та, что идет драйвером этой распродажи. То есть компактная минеральная Jordani Gold. Супер! У вас будет два варианта, один для дома, а другой для сумочки. Так, стойкий блеск для губ The One Color Unlimited, кремовый беж, нюд всегда, как бы это сказать, актуален, не хочу сказать в тренде, но, в общем, да, актуальность, наверное, никто не будет спорить с актуальностью. 300 рублей по нынешним временам, это очень дешево, тем более блеск для губ стойкий, можно попробовать, я не знаю, как насчет пигментации, прозрачный, непрозрачный, ничего не могу сказать, я не пробовала. Так, двухфазное средство для снятия косметики, водостойкой косметики с глаз, тоже всегда запрашиваемый продукт. Вот, обратите внимание, 44% скидки. Средство для роста ногтей, The One, наверное, неплохое средство, если им постоянно пользоваться, но я лично забываю, у меня дома лежит. Ногти у меня вот в таком состоянии, но когда я им пользовалась как-то, вот, когда купила только, я вот первый месяц, ну, скажу честно, первых 3 недели использовала регулярно, да, ногти перестали расслаиваться, и как будто, да-да-да, я сейчас припоминаю, у меня выровнялась длина ногтя, ну, на одном, с одной стороны был локоть, ноготь был поломан, и мне удалось выровнять его длину с помощью этого средства. Так что да. Хотя 299 как-то. Но дешевле сейчас бывает крайне редко. Так, тушь для ресниц. Ультрадлина, черный. Это не самая популярная. Самая популярная тушь с красной крышечкой. А это его собрат. Там разница в кисточке. Кисточка такая на кончиках с разделителями. Очень прикольный, лично я не пользовалась, не знаю, даже отзывов не смотрела.
Так, поехали дальше. Дальше идет парфюмерия. Туалетная вода Fire, Air. Это наши бюджетные тридцатники. 30 миллилитров. Так, Air, по-моему, содержит Ландыш, да? Я не путаю. Не помню. Ну, такие приятные ароматы, не, совершенно не моно, такие фантазийные. Туалетная вода Glacier, Excite Force мужчинам. Вообще очень, по нынешним временам, очень низкая цена. Воды здесь 75 миллилитров, ну, Glacier точно 75, Excite не помню, может, я вру. Так. Вот тоже очень привлекательный продукт, который я ни разу не пробовала и никак не могу. Не судьба. Три в одном. Масло. Для тела и для волос. То есть ваше тело, кожу вашего тела, он будет питать. И будет питать волосы. Как это работает, мне очень любопытно. И что-то мне подсказывает, что это масло очень легко смывается с волос. Ну ладно, не буду фантазировать, надо посмотреть отзывы. Но я бы попробовала. 51% скидки, это неплохо. Так, шампунь и кондиционер и маска из серии молоко и мед, золотая серия. Судя по упаковкам, это новая серия, это не распродажа старого. А скидки не совсем глубокие. Так что в каталоге иногда бывает дешевле, но если вам сейчас прям приспичило и вы поклонник этой серии, то не проходите мимо. Так, ну на этом наш каталог закончился, свой распродажа закончилась. Ой, а почему как я пропустила вот это? Я пропустила, да. А лак для ногтей роскошный глянец. Giordani Gold воздушный кофейный, загадочный фиалковый. Я не знаю. Вот, по моему опыту, лаки Giordani Gold всегда похуже, чем лаки и средней, и бюджетной серии. То есть самые дорогие лаки, они как-то почему-то хуже дешевых и средних. Так, тушь для ресниц «Роскошный эффект». У меня есть такая тушь. А у меня ею пользуется невестка. То есть она, когда у нее закончилась тушь, она у меня забрала эту. Вот. Тушь хорошая, вот, ну, правда, совершенно неоправданно форма кисточки, она вот, ну, ничего такого особенного не делает, вы можете пользоваться любой, но она щетинная, щетины длинные, и каждую ресничку она обнимает и подкручивает, и вытягивает, так что тушь хорошая. Туалетная водичка Ice, тоже из этой серии, которая называется Ice Fire Air. Ну вот на этом распродажа закончилась. Если вам она была чем-то полезна, я буду очень рада. Просто поскольку сложилась традиция, я не могла пройти мимо и не сделать видео о сильной распродаже. Я вам желаю приятных покупок, задавайте вопросы, если я что-то осталось неосвещенным. А что могу, поделюсь, чем могу, поделюсь, с удовольствием расскажу. И я желаю вам красоты, здоровья, счастья, удачи, успехов во всех делах. Пока. Ваша Аина.